Ларек «Заречная» появился на Владивостокском шоссе. На витринах товары местного производителя преимущественно молочная продукция разной жирности, а еще ряженка, варенец, кефир и йогурт нескольких вкусов. Можно также здесь найти сыворотку, сливочное масло, сметану и творог. В нашем производстве мы вырабатываем продукцию только на натуральном сырье, потому что имеется очень большая ферма, которая есть в нашем предприятии. И только с натурального продукции мы выпускаем товар. Собственное производство расположено в селе Заречном Октябрьского района. Оттуда ежедневно отправляются машины со свежеприготовленной продукцией, которая, согласно ГОСТам, имеет недельный срок хранения, что подтверждает натуральность. В павильонах компании «Заречная», а их в Уссурийске 2, продают товар с минимальной наценкой. Сегодня цены на наших ларьках, можно сказать, павильонах заводские. Отпусты, какие есть, мы отпускаем на магазины. Мы помимо молочной продукции сегодня стали выпускать и мясную продукцию. И третий сегмент у нас будет, это еще пойдут скоро и овощи. Огурцы уже в продаже, на подходе ранняя капуста. Тоже по привлекательной цене для товара местного производства. Как говорят покупатели, попробовав однажды эти продукты, невозможно пить другое молоко или йогурт. Кстати, линейка постоянно обновляется. Совсем скоро появится кефир с жирностью 2,5%. Покупали другую продукцию, потом на прилавках появилась вот эта продукция «Заречная». Ну, как все новое. Всегда хочется попробовать. Решили попробовать. Купили, попробовали. Всей семье понравилось. Почувствовали качество. Ценовая политика неплохая. Ну, втянулись. Решили кушать молочную продукцию только этого производителя. Теперь с ценами от производителя можно купить товары в двух точках. В молочном ларьке на Горького в районе мини-рынка «Исток» и по Владивостокскому шоссе 81. В скором времени производитель намерен открыть павильон и в еще одном микрорайоне Уссурийска. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.